Like Rover, cause my fists are bulldozer. I throw these dogs in the street to melodies, like a heartbeat playing against piano keys. It's a breeze, 365 degrees. Turn around and you might catch these, so just freeze. A riddle with no clues, I'm a walking nightmare. Anywhere, anytime, boy, I don't fight fair. A day in my shoes is a day with no fear, so walk barefooted and save your whole year. And I wear a mouthpiece cause I grit my teeth, so just bite your tongue before you. Обычно в этот момент все жалеют покрышки этого автомобиля. Но горят не покрышки, горит тормозная жидкость и асфальт. Приводный Ford Scorpio сейчас обгонит 525-й Бенга. А вот двенашку гоночную, кажется, мне не удастся сделать. Это чемпионат по дрэг-рейсингу Востока. Волгоградская копейка. Сразу делает. Ну а сейчас без комментариев. Мерседес 2001 года Е55 АМГ 386 лошадиных сил. И 92 года праворульный Mitsubishi GTO 280 лошадиных сил. Обогнала ГТО. Так, аплодисменты! Mitsubishi! 362! А сейчас заезд победителя данного чемпионата. Автомобиль Chevrolet Corvette. Та же BMW с Mitsubishi GTO. Он никак не верил, что его могут обогнать двухкратную машину. Попытки больших жигулевских распредвалов обогнать обычные распредвалы GTO М4.
наше первое место на третьем этапе чемпионата Юга России по дрэк-рейсингу. Вася, автомобиль Корвет и Митсубиси. Неделю спустя те же ребята приехали на другом Мерседесе Е55 АМГ. Сказали, из машины не выходим, кондер не выключаем. Но в результате ГТУ опять их обгнало. А сейчас будет несколько неудачных попыток. Корвет обогнет мотоцикл. В данном случае на стандартной трансмиссии, на стандартном двигателе. Без закиси азота. А сейчас тоже неудачный заезд с Yamaha R6, 600 кубов, 125 лошадиных сил. Закись включилась наполовину. Половину цилиндров залило. Топлива половины нет. Вот сейчас нормальный старт. Обратите внимание, тот же мотоцикл R6, а Корвет на сликах. Но опять неудачное включение закиси. Вот сейчас закись включил. Все, опять залил мотор. Очередная попытка, тоже неудавшаяся. Это маленький мотоцикл Suzuki, Корвет без записи. Сейчас удачно включенная закись на Корвете. Сейчас будет виден момент, вот она включена. Но, к сожалению, водитель BMW 1100-кубовый не смог переключиться вовремя на вторую передачу. Сейчас заезд Mitsubishi GTO с мотоциклом Yamaha Fazer. Шестисотый Мерседес, 12-цилиндровый. Гоночная длина. Шестисотый, покажи, что такое шестисотый. Тот же шестисотый и легендарная бомба. Сильней которой нет на свете. Самых крутых автомобилей заспешных всех отечественных. Мерседес неисправный КПП. Заезд той же бомбы с Корветом. Не обольщайтесь, в данном случае Корвет едет на 6 или на 7 цилиндрах вместо 8. После гонок с мотоциклом. Корвет и Митсубиши. Давай. Корвет на сликах. Митсубиши полнопривод. Обратите внимание на старт. Все, давай, давай, смотри, какие липки наш гоночный бомба. Заводи.
трудом, да. Это 600-й Мерседес. Everybody want a piece, sturdy like a paraclete. Niggas run their mouth a lot, like bitches and parakeets. How you want me pimping? I'm so cold with it. Make other boys wanna do it just because I did it. I'm like a legend or some kind of prophecy. Sent here to set you free. Refs play and follow me into another world deep inside your own soul. This shit here way bigger. Tattoos and cornrows. This not about making dough, not about no faking yo, not about who reach a pole. How to do the deal, blowing fruit, same flavor as the candy gloss in the mix.
and hats, polo shorts with the polo man. Wham, blue and tan, and the blue and tan avalanche. Never had a chance, sell them in the Everlands. They hopped out the van and start shooting like a cameraman. Top down, hit the switch and let it drop down. Passing by the underground, you can hear me on the ground.